В Барнауле построили большой, новый, красивый театр кукол «Сказка». Я впервые в него иду. Во-первых, стоит сказать, что заходя в этот новый театр кукол «Сказка» в городе Барнауле, вау-эффект от фойе и того, как устроено. Сегодня мы посмотрели спектакль, который называется «Человек из Подольска», кто его уже только не ставил, но это очень интересная и прелюбопытная версия, мне понравилось. О, тут висит живопись Юрия Юрова.